Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Solar на цоколь H7. Артикул данного комплекта 8107. Поставляется в фирменной упаковке данный комплект. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находится инструкция с гарантийным талоном и характеристиками. И также две светодиодные лампы. Лампы мощностью 25 Вт каждая, то есть суммарная 50 Вт. Абсолютно полностью металлические, кроме посадочного цоколя, он пластиковый. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Светодиоды Cree используются в данных лампах. Система охлаждения пассивная в виде радиатора, как мы видим. Подключаются лампы на питание как 12, так и 24 вольта с помощью стандартного разъема. На проводе питания нет никаких дополнительных драйверов, что заметно упрощает установку и замену ламп в подкапотном пространстве, где очень мало места. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Вот так вот отсвечивает лампа. Довольно-таки яркий световой поток. Цветовая температура около 6000 кельвинов, как заявляет производитель. Мощность светового потока, как заявляет производитель, 4000 люмен, но это, скорее всего, две лампы суммарно. После установки любых светодиодных ламп нужно выставить правильно светотеневую границу в автомобиле, дабы не слепить других участников дорожного движения, потому как отсвечивает очень и очень ярко данная лампа. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.